Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия,
которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Анатомическая справка. Периферическая часть вестибулярного анализатора расположена во внутреннем ухе и представлена преддверием и полукружными каналами. Рецепторы преддверия реагируют на прямолинейное ускорение, то есть движение с прямолинейным ускорением вверх-вниз, вперед-назад, это реагирует отолитовый аппарат преддверия. Если мы говорим о вращательном движении, о угловом ускорении, то в данной ситуации за угловое ускорение у нас отвечает рецепторный аппарат полукружных каналов. Дело в том, что очень часто в практической медицине головокружением называются совершенно разные состояния, которые не имеют никакого отношения к головокружению. И поэтому термин несистемное головокружение, он очень устоялся и будет, наверное, не совсем правильным отговаривать от его использования, потому что это невозможно, но истинное или системное или вестибулярное головокружение, оно имеет очень четкое определение. И если мы не всегда можем задать прямой вопрос пациенту, какое у вас головокружение, системное или несистемное, мы можем попросить его описать те ощущения, которые он испытывает. И пациент с вестибулярным головокружением настолько четко нам его представит, что у нас не останется никаких сомнений. Системное головокружение имеет четкое определение. Одно из них – это ощущение системного перемещения пациента относительно окружающих предметов или окружающих предметов относительно пациента. Это ключевое слово системного перемещения. И именно вот такое системное перемещение, вернее, его ощущение, является головокружением. Ну, наконец-то перестало жужжать. Ай! В чем дело? Голова на месте. Кресло на месте. Вестибулярный анализатор у нас не имеет несколько нервно-рефлекторных связей с другими отделами человеческого организма и центральной нервной системы. И, собственно говоря, вся клиника патологии периферического вестибулярного анализатора складывается из наличия вот этих вот связей или дуг. Первое – это вестибулоспинальное, второе – вестибуло-мозжечковое. Наличие этих связей или дуг дает нам нарушение координации, статики и походки. Следующая связь – вестибуло-вегетативная, то есть все реакции – тошнота, рвота, холодный пот у пациента с так называемыми вестибулярными кризами, с патологией вестибулярного анализатора, они как раз связаны с тем, что у нас имеется вот эта связь – вестибуло-вегетативная. У пациента с центральными нарушениями вестибулярного анализатора эта клиника отсутствует. Именно тошнота, рвота и другие эффекты вагуса делают пациентов с патологией периферического вестибулярного анализатора достаточно тяжелыми, и это состояние трудно переносится. Следующая связь – вестибулоглазодвигательная. Мы ее видим на примере нистагма. И именно нистагм, его характеристики, они помогают нам понять, что же происходит у пациента с периферическим отделом вестибулярного анализатора. Нистагм классифицируется по степени, амплитуде, по направлению. И вестибулярный нистагм, в отличие от центрального нистагма, он всегда очень хорошо классифицируется. Мы всегда можем четко сказать его направление, его амплитуду, его степень и так далее. А вот центральный нистагм иногда может иметь очень такие разнообразные характеристики, и в ряде случаев достаточно сложно его описать четко. Итак, первым делом мы смотрим нистагм.
Нистагм – это очень важный симптом и помогает нам во многом разобраться, что же происходит у пациента с вестибулярным анализатором. Каким образом проверяется нистагм? Мы просим пациента, не меняя положение головы, где-то на расстоянии 30 сантиметров от глаза, наблюдать за нашей рукой, отводя руку сначала максимально в одну сторону, затем в другую. Проверяем наличие горизонтального нистагма вверх и вниз. Ну, у нашей пациентки все нормально. Тот нистагм, который имеет место при переводе взора, может сохраняться в течение 3 секунд. Это норма, это установочный нистагм. Он есть у очень многих. И это нормальное проявление функционирования вот этой системы при переводе взора в ту или иную сторону. Следующим моментом. Спонтанного нистагма у пациентки нет, мы проводим пальцево-носовую пробу. Пациентка у нас вытягивает ручки и сначала с открытыми глазками проводит пальцево-носовую пробу. Дотрагивается кончиком носа, кончиком пальца поочередно до кончика носа. Сначала с одной стороны, потом с другой. И затем все это проделывает с закрытыми глазками. Ну, как вы видите, девушка выполняет у нас пробу абсолютно правильно. В случае патологии вестибулярного анализатора промах будет обеими руками в одну сторону. Это будет зависеть от того, в каком состоянии находится вестибулярный анализатор – раздражение или угнетение. В случае патологии вестибулярного анализатора центральных отделов промах будет, как правило, одной рукой. А вот периферический отдел страдает, промахиваются обе руки. Следующая проба, которую мы обязательно должны проверить, это пальцепальцевая проба. Она имеет несколько разновидностей, но классически она определяется таким образом. Я ставлю два своих пальца и прошу пациентку с открытыми глазами, поднимая руки, дотронуться до моих указательных пальцев своими указательными пальцами. Поднимая две руки. Еще раз делайте, пожалуйста, такое движение. Опустите руки и, поднимая руки, дотроньтесь до моих. Так, а теперь то же самое мы попросим пациентку сделать с закрытыми глазами. Я положение рук не меняю. Видите, пациентка не промахивается, все нормально. В случае, если есть патология периферического отдела вестибулярного анализатора, будет промах обеими руками. Как разновидность, мы можем попросить пациентку поднять обе руки и просто подержать вместе с закрытыми глазками. Видите, у нас она сохраняет свое положение. Это тоже одна из проб, которую мы исследуем в состоянии вестибулярного анализатора. Следующая проба, которую мы с вами проверим, это проба поза ромбика. Мы попросим пациента встать, выпрямить спинку, вытянуть руки вперед и закрыть глазки, ножки вместе. Видите, пациентка у нас сохраняет равновесие. В случае, если есть патология, пациентка будет отклоняться в ту или иную сторону. Присаживайтесь, пожалуйста. Следующим этапом мы проверяем фланговую походку. Мы попросим пациентку встать на свободное расстояние. Так, закрыть глазки и приставными шагами идти в ту или иную сторону. Так. Ну, как мы видим, у нее фланговая походка не изменена, теперь в другую сторону. Но фланговая походка при патологии вестибулярного анализатора, она и не будет измененной. А это нам нужно для того, чтобы дифференцировать, если нарушение есть центрального отдела вестибулярного анализатора или периферических. Вот в случае наличия патологии центрального отдела у пациентки фланговая походка будет изменена. При периферическом, при проблемах со стороны периферического отдела фланговую походку пациентка будет выполнять абсолютно правильно. Присаживайтесь. После исследования вестибулярного анализатора с помощью координаторных проб и походки мы переходим к экспериментальным вестибулярным пробам. К ним относятся вращательная, калорическая, прессорная или пневматическая проба. Вращательная проба в Барани проводится на кресле Барани, но в данной ситуации это достаточно простое кресло. В настоящее время существуют более сложные устройства, соединенные с компьютерным анализатором. В данной ситуации
Мы просим пациентку наклонить голову чуть-чуть вперед на 30 градусов. Тем самым мы будем проводить вращение в плоскости латерального или по старой номенклатуре горизонтального полукружного канала. И мы должны за 20 секунд провести 10 равномерных вращений. После того, как мы провели эти вращения, не поднимая головы, пациентка открывает глазки и смотрит на пальцы. Мы выясняем, есть нистагм какой продолжительности. В норме у нас нистагм должен сохраняться в сторону вращения где-то в течение 25-30 секунд. По модификации продолжительности нистагма мы судим о той или иной патологической проблеме, которая возникла у данной пациентки. Аналогичным образом можно проверить и другие полукружные каналы, но пациент должен наклонить голову так, чтобы вращение находилось в плоскости вот этого канала, который мы изучаем, переднего или заднего. При использовании современных кресел брони, там это все автоматически настраивается, и наша задача только задать параметры, которые мы хотели посмотреть у того или иного пациента. Калорическая проба проводится путем регистрации нистагма при вливании в наружный слуховой проход воды температурой выше немного температуры тела и немного ниже. Но, уважаемые коллеги, при проведении этой пробы мы должны быть четко уверены, что у пациента целая барабанная перепонка, чтобы не вызвать какие-то осложнения после проведения калорической пробы. При проведении прессорной пробы врач при помощи вот такого движения, нажатия на козелок или при помощи баллона Политцера немножко повышает давление в наружном слуховом проходе. При наличии фистулы лабиринта у нас возникает реакция со стороны лабиринта, которая проявляется нистагмом. В норме нистагма у нас не будет. В случае, если мы выявили те или иные вестибулярные нарушения, мы можем направить пациента на специализированное обследование. Это и постпорография, и исследование нистагма в очках Френзеля, и другие методы исследования, на которые уже направляет либо отоневролог, либо невролог, либо оториноларинголог, который выявил вот те или иные нарушения вестибулярного анализа.